Кто он с вами, Наталья Леонова. Здравствуйте. Крымские санкции будут действовать до полной деоккупации полуострова. Об этом 26 февраля заявила посол США в Украине Мари Иванович на международном форуме «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления». Соединенные Штаты Америки никогда не примут временной оккупации Крыма. Санкции в отношении Крыма останутся до тех пор, пока россияне не покинут полуостров, сказала Иванович. Посол отметил, что Россия продолжает систематически нарушать права человека на полуострове. Российские силы безопасности продолжают давление на оппозицию. Их тактика включает новое похищение людей, пытки, депортации и запугивание. Даже мирные встречи запрещены по российским законам, отметила Мари Иванович. Соединенные Штаты будут усиливать санкции в отношении России. Об этом в интервью русской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства россиян в выборы президента США, считает дипломат, оказывает давление как на хозяина Белого дома, так и на россиян. Выдвинутые его офисом 16 февраля обвинения в адрес граждан России вызвало чувство беспокойства среди российских политиков, утверждает Макфол. Этот обвинительный акт привлек внимание многих россиян. Публично они об этом шутили, но в частных разговорах, в том числе несколько россиян, с которыми я общался на Мюнхенской конференции по безопасности, говорят, что это как холодный душ. Ведь если вас обвинили в Соединенных Штатах, арестовать могут и в Лондоне, и в Париже, и в Риме, когда вы находитесь там с семьей в отпуске. Так что это непосредственно коснется жизни тех людей, которых обвиняют. Это посылает мощный сигнал политики сдерживания на будущее. Думаю, в конце концов будут введены новые санкции. Это будет происходить медленно, неохотно. Они явно не хотят их вводить. Президент Трамп лично, как мне кажется, не хочет вводить новые санкции. Но после обвинения граждан России никак не отреагировать означало бы чрезвычайную слабость. И я знаю, что у администрации Трампа есть люди, которые хотят ввести новые санкции. По мнению Макфола, первое обвинение против группы россиян со стороны специального прокурора Мюллера – это только начало, за которым последуют другие обвинения и громкие дела. Мюллер, говорит Макфол, создал механизм привлечения к уголовной ответственности за тайный сговор.